Собрание, посвященное развитию Уссурийского округа, прошло в молодежном центре «Горизонт». Людей разбили на 10 команд. Задача каждой – выделить главные преимущества округа, указать на недостатки и их пути решения. Участие принимали не только местные жители, но и гости из других городов. В принципе, двери всегда для населения открыты, готовы слышать каждое высказывание, каждое предложение, каждую инициативу. И далее будем стараться учитывать, конечно же, эту инициативу в развитии города и инфраструктуры. Среди проблем – малое количество высших учебных заведений и бюджетных мест в них, нехватка рабочих мест, высокие тарифы ЖКХ и неразвитая туристическая отрасль. Рассмотрели и возможности модернизации инфраструктуры города. Использование электробусов, строительство новой дороги между районами Сахпоселка и Междуречья, открытие дополнительных филиалов крупных вузов и даже возможное появление Диснейленда. Так, на первый взгляд кажется, что город индустриальный, развитие промышленности, перерабатывающей промышленности, но туризм как перспектива, досуг, особенно вот эта идея, она летала в воздухе, но сегодня неоднократно все сказали, что крупные парки, досуга развлечений, детские парки, типа Диснейленд, есть территория, и интерес к этому есть вот у горожан тоже, это вот было здорово. Для всех неравнодушных граждан был создан сайт проекта, где любой житель может высказать свои предложения или замечания. Также своими идеями можно поделиться и на сайте администрации округа. В целом запланировано 5 таких встреч. Ближайшая пройдет уже в начале октября. Владислав Нам, Игорь Антонов, Телемикс.